Ну вот, как видим, прошло 10 минут, и то, что я должен был сделать, я сделал, разровнял вот этот компост. Должен сказать, что здесь вот кое-где я встречал уже и червячишек, они уже заселили этот субстрат. Лесторф, мы видим достаточно легкую структуру, много бурьяна. Ну, теперь только остается вот эти камушки убрать и соответствующим образом, вот эти червячишки тут у нас сидят, вот таким образом все это было. Разровняем, сразу берем камушек, придавлю край, поскольку ветерок довольно-таки сильный, чтобы то, что я сделал, раньше времени не улетело. Ну вот видно, как все хорошо получилось. Почти вся ложа накрыта, вот так это дело выглядит, все на ваших глазах очень даже быстро приводится к логическому завершению. Дождик уже собирается как раз. Ну и пока у нас идет здесь потепление, червячишки я, конечно, всех этих направляю сюда, в ложу, таким образом. Ну вот, осталось мне еще развернуть три полотна, и на этом все будет завершено. Все как планировалось в этом году, все сделано. Ну, вот так вот положим эти камешки с большим шагом, так скажем. Конечно, без камеры я сделал это все гораздо быстрее, но искусство требует жертв. И вот таким образом на стенке у нас ткань придавлена. Ну, посмотреть, конечно, надо будет приезжать, улетит, не улетит. И остальная ткань тоже разрываю. Причем я стараюсь нахлёст делать с севера на юг. Юг у нас там, с стороны этой крыши. Я нахлёст делаю северным полотном, более северным полотном. Вот этим, который я сейчас разворачиваю, более южным. С целью с той, чтобы ветерок северный, северо западный, вот таким образом эту ткань надо северную наложить на южную, поскольку преимущественные ветра у нас зимние северные, и чтобы полотно это сдувало у нас вот таким образом. Ну вот и все, вы наблюдали сам процесс. Сейчас, чтобы камера мне не мешала, я ее выключу и разверну остальные два полотна. И после этого покажу вам завершающий этап. Ну вот видим, ушло у меня еще 5 минут на разворачивание этот полотен, так что времени будет совсем мало.